Здравствуйте, дорогие мои друзья. Вот. Сегодня такой ролик решил запилить для Юрия из Индианы. Юрий, который живет в Америке. Величайший видеоблогер Индианаполиса. Так вот, он меня два раза попросил в комментах сделать ролик, что я думаю по поводу того, что Тим Кук признался перед всем миром, что он гей. Вот. И Юрий даже сделал ролик на эту тему. Он в ролике iPad прибил к стенке. Потому что он считает, что iPad и iPhone, после того, как он узнал эту новость, что Тим Кук гей, то для него iPad и iPhone это все равно, что держать мужской член в руках. Вот он попросил меня запилить ролик, что я об этом думаю. Так вот, Юрий, я так подумал, да? Что-то ты все как-то близко к сердцу принимаешь. Можете поехать в соседний штат марихуанки покурить? То есть, если завтра еще какой-то дебил признается, что он гей, и этот человек будет, например, ну я не знаю, директор корпорации Ford, то ты что, никогда Ford автомобиль не купишь? Понимаешь, тебе легко судить. Ты купил iPhone и iPad, узнал, что Тим Кук гей, обиделся на это дело и прибил к стенке iPad. А мне каково? Во-первых, если я прибью к стенке iPad и iPhone, то больше роликов не будет, вообще никаких, понимаешь? Потому что я только записываю на iPhone, и по-другому я записывать и выкладывать ролики, да, вылаживать. Не умею. Это первое. Сразу исчезнут мои ролики. Я не буду их записывать. Потому что я не умею с других фотоаппаратов, камер это все заливать на YouTube. Потом, наверное, я всегда буду теперь в роликах голый. Потому что и Сен Лоран, Том Форд, Армани, Версачи, они тоже геи. Мне что, сука, вот так вот голышом теперь, вот так вот голышом. Всегда ролики тебе пилить, и вам, подписчики мои. Голышом мне сидеть, что ли? Это еще скажите спасибо, что Ральф Лорен не гей. Представляете, Ральф Лорен, он не гей. А я люблю одежду Ральф Лорен, но у меня, к сожалению, в моем гардеробе есть и Ральф Лорен, и Версачи, и Армани, и Дольче Габбана, и Том Форд, и Ив Сен Лорен. Мне что теперь, Юра, голым ходить, что ли? Я не понимаю тебя. Ты-то голый ходить не будешь. Ты ходишь в своих футболках аэропостел, или как они там, тычишь. Вот вы голые ходить не будете. А я буду, получается. Кстати, забыл. У меня еще в гардеробе Гант пальто. Но Гант, как человек, который родился в Австро-Венгрии, в городе Ивано-Франковске, Гант не гей. Это для справки. Вот мое королевское пальто, это пальто от Бернарда Ганта. Бернард Гант. Бернард Абрамович Гант. Вот. Суперская. Сука, опять Зигу кинул. Слово на «с» мы не употребляем. Извини, Юлечка, извини. Неправильное слово сказал. Не по понятиям. Вот. Поэтому, Юрий, вот что я по этому поводу думаю, так сказать. Тебе легко там в Америках рассуждать о таком? А нам в Швеции
голышом ходить, да еще сейчас зима на носу, да? Мне никак, извини. Это ты у себя там в Индиане, можешь в труселях и зимой, и летом ходить. А я в Швеции не могу ходить в труселях. Холодно, понимаешь, холодно. Вот. Поэтому, Юрий, давай, такой тебе ролик для размышления. Если что не так, покури марихуанки. Вот. Тебе давно уже пора это, кстати. Нервничаешь много. Вот.